Привет, меня зовут Екатерина Александровна Коростелева, и я главный библиотекарь библиотеки номер 6 в городе Нижний Тагил. Профессия библиотекаря – это, пожалуй, самая многогранная из всех существующих профессий. На работе ты сценарист, режиссер, продюсер интересных и познавательных мероприятий, фотограф, видеооператор, копирайтер, маркетолог, СММ-специалист, конферансье, психолог, и все это в одной профессии библиотекаря, да. Как вы понимаете, в библиотеке не только выдают книги, но именно работа с читателями и подбор литературы раскрывают все твои способности. Библиотекарь – это профессия с неограниченными возможностями, и чтобы соответствовать, нужны безграничные способности. Именно поэтому я считаю, что библиотекарь, не только молодой специалист, должен постоянно учиться чему-то новому. В работе может пригодиться всякое, всем можно поделиться, а профессия библиотекаря – это как раз для тех, кто готов делиться. Делиться знаниями, навыками и мнением. Я хочу показать на своем примере, что быть библиотекарем и работать в библиотеке – это круто. И мы в своей работе стараемся показать это, и поэтому проследить за нашей работой можно, добавившись к нам в наши социальные сети ВКонтакте, библиотека 6, город Нижний Тагил, или в Инстаграм, tagillib, нижнее подчеркивание 6. Да. Тебе уже не 28. Тебе 29, девчонка. Ставьтесь, пожалуйста. Привет. Подожди. Раз, два. Привет. Я опять глаза закатываю, да? Подожди, а ты все сбросила? Нет. Я все сохранила. Мать выйдешь.